Приветствую вас, друзья, на канале ПП, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Planet Zoo. Сегодня будем заниматься уже, как вы просили, будем завозить к нам белых медведей, то бишь полярных, да, иными словами. Я уже заранее подготовил вольер, потому что, скажу честно, огромные площади для них потребовались, и чтобы сэкономить видео, мы его построили вне кадра. Я сейчас пока держу внешний продукт. Я подготовил уже вольер, уже все построил. Сейчас пробежимся быстренько по нему. Покажем, что новенького, что мы внесли в эту игрушку. Что мы добавили, как мы построили вольер. Итак, как видите, у нас неплохо, совсем все неплохо. У нас очень много денег. Довольно-таки нормальное количество экобаллов. Ну и посетители, конечно, растут. Итак, смотрим. Короче, да, сейчас прогрузится вся эта, потому что довольно-таки большую территорию занимаем. И едем сразу к вольеру. Вольер я решил построить вот здесь. Смотрите, какой огромный, друзья. Огромный вольер для медвежанок, да. Им надо 6000 квадратных метров, плюс еще 2000 воды. В общей сложности я им сделал, получается, где у нас размер? 8000 наземного пространства, ну и, короче, 10 тысяч с лишним, да. И я построил вот такую тему. Я тут решил поэкспериментировать, построил вот паровозики, да, они вот здесь, как опять же, волков я тут сделал решетку нормальную поставил, да, чтобы и люди смотрели здесь волков. Но большинство, вот, ну, получается, будут ездить, смотреть здесь наших медвежат, да. Ну и плюс, видите, уже подготовили здесь это все дело. Ну вот, построили мы вот такую вот переправу через здесь вольер, то бишь мост через здесь вольер. Ну что ж, поехали, я уже приобрел парочку медведей, медвежат, да, подожди, сколько у нас получается, сколько я приобрел, 2 или 3, я не помню точно. Сейчас посмотрим, где наша торговля. Мы приобрели троих. Мы приобрели троих медведей, то бишь две самочки и один самец. Приобретали мы их за экобаллы, потому что, ну, довольно-таки они дорогие в общей сложности. Сейчас засылаем сюда их, и уже будем потом, как обычно, смотреть, что им нужно. Да, конечно, не самый топовый класс, но мы со временем приобретем нормальных, так как, вот, например, мы с тиграми делаем, да, потому что тигры мне продаются очень неплохо. Вот. И то же самое будем делать с баранки, ой, этими, с медвежонками. Ой, не торговать, я хочу переместить. Самец вот там был, лично у него плохой ген, маленький размер у него довольно-таки. Ну ничего. Так, что у нас здесь? Баран Дала нам надо продать. Торговля за 16. Животное умерло, надо сейчас торговля. Продаем просто за 16, ну, не какой там топовый у нас, да? А почему здесь ничего нет? Все, переместили, да? Отлично. Смотрим, сейчас принесут к нам. Так, что там за животное умерло? Панда умерла большая. Ой, к сожалению. Ну, что делал? Старость, все хорошо. Ну, не хорошо, что умерла, но от старости умерла панда. Так, смотрим наших медвежонок. Медвежат, где они? Давайте, подходите. Мы сейчас будем смотреть, что вам надо и сколько вам укрытия надо. Так, отпустить на воле, избавиться от протестующих на 2 месяца. Хорошо, мы это сделаем. Где наши медвежанки? Медвежата, где вы там? А, вот бежит уже. Сейчас занесет их в вольер. Сразу ставим на паузу. Вот, медвежонок. Ставим на паузу, смотрим, сейчас идем в зоопарк, изучение, послаем женщину на белый медведь, пусть она изучает наших медвежат, ну и смотрим, какой этот медвежонок, как он выглядит вообще, ну да, довольно-таки такой вот няшный, Миша, вот, ну вот еще самочка прибежала, да, сейчас 2 самки придут, да. Звук такой тоже прикольный. Смотрим, так, что им нужно. Так, обогащение, это понятно. Благополучие, вам нужно укрытие, кстати говоря. Укрытие им не нужно. Окей, ландшафт, что не хватает? Водное пространство. Что?
Я же ввел вам водное пространство огромное. 2000. А может это из-за этого? Из-за льда? Давай проверим. Сейчас проверим. Ну, навряд ли. Как это так очень странно получается? Нет, 1400, почему? Очень странно. Почему-то им не хватает... Ладно, если мы это уберем. Ну там же показалось мне показатель 2000 водного пространства было. Ой, ёпта, я убрал, удалил это. У меня тут где-то был зарыт этот, как его. Охлаждающая тема, да? Так, сейчас, друзья, посмотрим, что здесь происходит. Вот это, да. Почему ты так как-то странно выглядишь? И на сколько ты мне стоишь? Давай на 0 градусов поставим тебя. Здесь 0 градусов, все отлично. Ну вот, сейчас надо смотреть, потому что я что-то не въезжаю. Вроде бы, говорит, 2000 квадратов. Не может быть, что вот это, вот эти камни снежные не дают нам размер, какой нам нужен. Очень-очень странно. Вроде бы я говорил то, что, ну, как видели сами, да, 2000 воды. И должно было хватить, по идее, у них этого все дела. А тут вот такая вот тема. Очень странно. Ну, сейчас посмотрим, что сейчас ты мне скажешь. Ну да, сейчас 2000 и сейчас земного пространства меньше стало. Что? Это означает, мне надо еще расширить тогда вольер. Вы что, издеваетесь? Куда еще больше? Так уже, блин, расширил до, блин, нереальных размеров. Не, ну можно, конечно, еще вперед подвинуться сюда вот. Вот, например, это можем выдвинуть, да? Сейчас посмотрим. Вот, к примеру, вот так, да? Мы так еще... Ой, тихо-тихо-тихо, ты сейчас открыл, блин, а сейчас тут, блин, побегут отсюда. Не, знаешь, что, друзья, сделаем? По-другому чуть. Это мы уберем. Ну, по идее, должно у нас нормально все получиться сейчас. Мы добавляем им определенный размер. Сейчас посмотрим. Как-то не планировал, друзья, вот такой вот этой темой сейчас заниматься здесь. Думал, сейчас быстренько все сделаем, все будет нормально. Мы сейчас все это приобретем. Смотрим сейчас по размеру. Что у вас здесь сейчас пересчитано, да, все? Так, земли вам достаточно. Вот сейчас с водой надо чуть разобраться. Окей, значит, сделаем чуть-чуть больше ландшафт. О. А мне надо сначала воду убрать, ёпты, чё ты? Убрать воду.
Вот так. И сейчас можно. Ну и зальем воду. Какое приветствие? Вот этот? Это животное. Переместить туда. Ландшафт. Ух ты, бля, ну нормально тут. Ну тут сейчас, наверное, земли просто достаточно не будет. Так, с водой у них все хорошо, зато сейчас опять надо еще расширять нам наземное пространство. 2585 у нас, да, мы на грани, друзья, на грани. Нам сколько надо еще? Надо 200 квадратов, блядь, а где эти 200 квадратов еще получу, а? Единственное то, что можно еще попытаться отодвинуть вот это. Так, ладно. Ну, не знаю, ли мы получим 200 квадратов отсюда, друзья, но постараемся. Ну и что у нас сейчас получается? Пересчитай. Все, у нас сейчас достаточно места. Высокая трава, слишком много высокой травы, да? Надо сгладить. Снег нужен. Снег, 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 ландшафт. Алло, снег. Так, еще чуть снега и будет окей. Что происходит здесь? Кто тут буянит? Ну, это опять же они там застряли. Так, смотрим дальше, что у нас можем здесь сделать. Мы можем, конечно, еще всякую... Блин, ну им тут целая лужа, писец. И все-таки, значит, и камни, они что-то давали. Блин, ну, кто хотел каких-то, блин, объекты, например. Если могу, что-то, например, давайте природу. Природу, да, поставим. Ну, вот, например, камни. Снег. Он уберет? Где-то вот. Да, он отбирает. Вот, смотри, сейчас поставим еще один. 8161. А здесь? Да, видите, он забирает у нас территорию. Жопа. Значит, мы ничего не можем много такого уложить с этих планов. Ну, окей, ладно. Почему тут что-то не происходит? Здесь низкий уровень благополучия. Сейчас, друзья, отвлекемся чуть. Социальная группа, благополучие, ну все. Пацаны, чё вы нервничаете? Ну все, пошли общаться, или что? Я вам что-то залагал здесь, друзья, сейчас, так, смотри. Переместить. Что происходит? Чего вы тут нервничаете, пацаны? Ну все, нашло, пошло наверх, да, все, пошло вверху. Да, да, все окей, сейчас нормально, все пошло. Сейчас они, по идее, должны все... Да, у них сейчас должна вся социальная группа подняться.
7, 6, да, все хорошо. Где наши медвежата? Умер волк, блин. Вызвать ветеринара. Сверь, так, где наши медвежата? Медвежата плавают. Блин, ну тут такой огромный вообще, блин, вольер. Даже не знаю, что им сюда сейчас вставлять. Короче, ладно. В первое дело надо что-то покушать им поставить, чтобы у них была какая-то еда здесь. Вольер. Еда. Где у нас? Укрытие мне нужно. Это хоть радует, лакомство. А где еда? Игрушки. Пища и вода. Что здесь? Большая панда, бомба, японский. Так, окей. Значит, у нас здесь круто. Так, баран дала. Основная игра, светлая, жираф. Ну, скорее всего, будет это, да? Волк, белый медведь, да, потому что он уже у нас мясной чувак. Раз. Два. Хватит пока что. Вода у них есть, нам не нужно это дело здесь. Так, хорошо. Смотрим, что у нас обогащение. Так, что у нас здесь? Это у нас еще вообще очень-очень печальное. Так, 8, да, у нас, ну-ка, короче, курите, тогда на грани мы сейчас очень... Что? Какая пальма? Убрать ее. Ага. Но все-таки влияло на это дело. Так, что здесь? Тундра, вода. Вода и тундра. Окей. Ну, сейчас пока что мы сейчас с лакомствами поиграемся. Что здесь? Так, нам нужен белый медведь. Белый медведь, ну, скорее всего, будет что-то... Медведь, конечно, не будет это кушать, наверное. Так, что это у нас? Основа фламинго. Белый медведь. Вот это можно поставить одну. Пусть будет. Это что? Ой. Гепард, это бенгальский тигр. Окей. Это что? Африканский барандал, африканский буйвол, велорог, верблюд. Бенгальский тигр, основная игра, сибирский, сенегальский лев, африканский карлик и бегемот, основа бегемота, американский баран, дала, так, бизон, белохвостный буйвол, так, что здесь, американский белый медведь, это можно одно такое поставить сюда, не надо много ставить, потому что по одному хватит, бородавочник, так, что это у нас здесь, большая панда, не нравится тебе это, но это тоже тебе не понравится, бенгальский тигр, волк, и что это? Западная. Ну, что будем ждать, пока нам дадут новые игрушки? Можете покусать что-то на... О, да, вот ты покусать что-то хочешь. Ну, вот, покусаешь здесь. Вот так сделаем. Скорее всего... За альфа-статус, да, баран, ладно, это мы потом сделаем. Дальше что у нас здесь? Африканский. Так, смотрим по игрушкам. Белый медведь. Ну, вот. Не будем слишком много игрушек ставить им. Парочку. Шарик тоже, блин, что-то сердечки с ним ставится. Вот, скорее всего, будет белый медведь. Один шарик поставим. Потом снежный тоже будет, скорее всего, понравиться нашим белым медвежатам. Так, хорошо, это грязевая ванна явно не для них. Волк, окей, белый медведь. Одну вот такую можно поставить. Это что? Белый медведь. Смотри, сколько у нас уже игрушек есть для наших белых медведей. Американский, так, это что, панда, белый медведь. Окей. Бенгальский тигр, основной гепард, волк, кенгурская черепаха, бенгальский тигр, вот сюда, наверное, белый медведь, да? Большая панда, борода, белый медведь, да. Вот сюда можно поставить вот ему. Пусть почешется. Барандала, я знаю, мы сейчас это займемся этим делом. Так, что здесь у нас? Белый медведь. Вот. Что-то интересное здесь тоже у нас есть. Явно это тоже. Вот это понравится им. Белый медведь, да, они же у нас хищные. Сюда надо поставить один. Снежный шар. Нет, не нравится. Фламинго, но это... Кровь, бенгальский, так, это ясно, сенегальский лев, сибирский, так, окей, трава, явно не нужна им, ящичек, белый медведь, вот сюда поставить можно, бизон, так, а водичка нравится, нет, вам не нравится, водичка, окей, какая водичка вам нравится, может быть, так, окей, смотрим, что у нас по статусу сейчас с нашими медвежатами, ну, у нас, видите, 100, 100, 100, 100, 100,
Все замечательно. Сейчас нам надо заняться природой, обогащение природой. Потому что, походу, у них тут. Ну, вроде покрытием все у них нормально, они очень рады, и все вообще отлично, да, у них. Генетически, так, размер. Так, ну ладно, так. Ясно, поехали смотреть, что им нравится. Так, нужно. Вода. Вода. Вода, 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 вода. Мне нужна вода. Вода. Ну, явно камыши не будут расти у нас там, блин. И что надо еще у нас? Тундра. Тундра. Ну, камыши там расти не будут. Это вода? Ну, я думаю, что какая-то вода, блин. Ну, это, конечно, ставить, я думаю, что... Не, ну, конечно, можно поставить. Оказывается, им нравится. Так, ладно. Не будем тут слишком увлекаться этим делом. А вот это? Ну, явно вам это не понравится, да? Или понравится, смотрю, сейчас посмотрим. Почему ты-то как-то странно... Стоишь здесь. Ну, Южная Америка. Ну, бля, Южная Америка, и понятно. А вот это вот такая вот. Что такое? Не, ну это, по идее, должно понравиться им. Да. Мне кажется, он не отбирает у нас территорию в общей сложности. Сейчас посмотрим, а то, блядь, может тут... Нет, 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 нет. Или если даже берет, он очень мало берет. Дерево комби... Так, 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 так. Это что у нас? Мандарин, так, это что? Тростник. Ну, это вот такая вот тема. Это что? Вот это такое. Это тоже не пойдет ему. Вот это можно поставить. Так вот его сюда можно забросить. Ой-ой-ой-ой, куда ты? А что тут, это же с водой же надо рядом ставить. Это же очень требовательный животный, очень-очень-очень. Так как у нас бараны вообще, по большому счету, ни хера не надо было. Так, смотрим, что у нас первое изучили. Белый медведь, что мы можем у них... Что мы можем построить? Так, это у нас какую-то игрушку нам дали, да? Ну, давай, зоркий класс, заметь, что-то тут новое добавили. Нихера не вижу. Ящики, ящики. Так, значит, что-то добавили, а что не вижу. Это вам не нравится, не? Нет, не нравится вам такое дело. Здесь как и было, так и осталось. Ничего нового не добавилось. Здесь, походу, тоже ничего нового не добавилось. Не, по крайней мере, я не вижу. Ну да ладно. Так, дальше идем обратно к нашим, к нашей природе. Так, кувшинки. Так, смотрим. Не забываем, смотри. Бля. Почему ты меня сейчас 2500 убрала? А что-то воду поставил? Неужели это? Медвежонок? Да надо было куда же огромнее территории что ли строить? Так, еще да-да, у нас вот это надо.
все передвинуть. Куда-то сюда. Где там? Миша? Покажи. Нет, еще что-то не хватает. Ладно, вот это. Я не хочу еще больше, мне уже некуда больше, блин, с территории ставить. Куда ты, Миша? Вы что, охерели уже? Дайте спокойствие. Ой, отменить перемещение. Все, нормально. Сейчас надо, сейчас, ну что надо? Нам надо тундра. Природа. Воду убираем. Надо найти сейчас тундру. Тайга. Не, ну что надо такое, вот такое. Нет, ну это тоже не подойдет. Тундру, дайте нам тундру. Тайга. Тропики. Тайга. Луга, лиственный лес. Азия, это что? Вот, нам надо тундра. Вот, тундра. Что в тундре растет? Ептать, какие-то цветы непонятные. Ну ладно, посмотрим. Мне вообще нравится это, блядь. Я тут, блядь, делаю, а... Да, нормально, пойдет. Окей. А вот такое дерево вам понравится? Нет, не нравится вам это, да? А вот тут, о, это должно понравиться по-любому. Да, это понравилось, но опять же вопрос. Блин, я так близко нахожусь уже к... Вот так сделаем. 67, 66. А, ну да, не так плохо, довольно-таки неплохо у нас забирает. Ну, не, ну, не очень много забирает. Нормально. Парочку камней еще забросим сюда. Что у нас еще есть? Лёж, это лёж какая, как она там? Для... Клад оленей, да? Подожди, давай посмотрим. Нравится вообще это дело? Да? Смотрите. И? Может, вы здесь будете лежать? Что это такое? Ой, какой-то куст маленький. А вот это? Я просто хочу это повесить на... Тоже повесить, а положить на вот охлаждающие устройства, блин. Вот так. Есть контакт. Чуть повыше поднимемся. Так, здесь я уже все забил, да? Вот она. Еще одна. Еще. Так, хорошо, сколько еще осталось? Ну да, один камень можно забросить сюда. Окей, им это камушки по кайфу, хорошо. Отлично, дальше. Так, 8,70, окей, хорошо. 2,5, 24, окей, у нас хватает. Ну, мы на грани, друзья, мы на грани. Что у нас здесь происходит? Тут у нас покрытие очень неплохо. Так, мячики, отлично, все отлично. Социальный стресс.
Животное блять, испытать стресс, пытается спрятаться. Вам же не надо такое укрытие, о чем вы? Укрытие с том. Окей, хорошо. Есть это еще? У нас это охлаждающая тема. Толк-то какой-то там куст. Да, все нормально. Место 70, окей. Так, это игрушка. Ну да, с водой идите-ка, друзья, мы тут ничего не можем по большому счету сделать, так как у нас тут мало места, но вольер просто огромный. Ну, что можем-то добавить? Так, что, смотри, происходит? Ну, что ж, как тут у нас вообще с пожертвованием, друзья? 340, а тут что-то вообще не... Ага, вот что еще не сделано. А как же... обучающий материал про наших прекрасных белых медвежат. Потом проверим, как наш поезд работает. Типа не поезд, а паровозик. Надеюсь, он их нормально так заменит. Так, это белый медведь. Белый медведь. Надо же как-то образовывать наших дорогих посетителей, чтобы знать, на кого они смотрят. Надо еще аудио врубить. Вот, например, значит, это объект. Вот сюда. А, у нас же есть аудио, смотри. Вот этот я его поставил, чтобы чисто перекрыть. Окей. Миша. Так, здесь что не выключено? Белый медведь. Тут же все нормально, да? А то электричество нету, так. Стоп, стопе. Так, тихонько. H. Ну, энергия есть. Сломанный предмет. А кто его уже успел сломать? Вообще мордовый. Звери. Уже сломали, блядь. Первый этот его. Экран. Окей. Так, что у нас тут происходит? Из-за кто это такое? Кто это? Барандала. Так, окей, хорошо. Сейчас мы... зоопарк. Животный барандала. Смотрим, кто у нас тут самец. Ой, их ты, блядь, целая хуевая туча. White Zoo. Так, это 7,4 годика. Это маленький совсем. Вот это надо... И тебя надо сбросить. Тебя... тоже мы сбросим. Отпустить, отправить в центр обмена. Переместить в центр обмена. Окей. Торговля. Смотрим, может, что можем продать за какие-то нормальные бабосики. Так, сколько ты стоишь? 13. Ты что... Быстро сделок, даже не буду на тебя тратить время. А у тебя что? Не, да, они дешевые, они очень дешевые. Быстрая сделка. Даже их толком не можно продать за эти монетки. Так, что здесь происходит? Барандал умер. Вызвать ветеринара. Женская особь. А, ну это первая самка, которую мы приобрели. Окей. Что у нас здесь происходит? Смотрим с нашими... медвежатами. Там надо начать получить какую-то... Что тебе опять нравится? Социальная группа. Ну все у тебя нормально. Что ты нервничаешь опять? Давайте посмотрим, может быть, какую-то нормальную самку можно приобрести. Семьсот пять. Смотрим, что у нее тут хорошего. Ой, ёпта, все в красном. Ой, ёшки, это еще лучше. Нам нужно нормальную самку, чтобы мы могли скрещивать хороших медвежат. Так, мужики. Ну, здесь, да, очень все печально. Все здесь печально. Бля, 10 штук.
Белый медведь. Здесь ген размера. Но опять же, ген размера играет большую роль. Значит, 7-4-8-1. А здесь что у нас? 8-0-4. Ген иммунитета. Ну, ладно, давайте возьмем. Переместить. Окей. Перевозка запланирована. Такс. Фламинго скоро спарится. Но это мне почему-то в этом... В стрессе, блядь, подруга. Что тебе нравится? А ну-ка, иди сюда. Почему тебе 59%? Я сейчас тебя перемещу куда-нибудь, пацанам. Вот сюда она. Ну-ка, пошла сюда. А где еще пара? А где остальные Миши? И тебя тоже надо перекинуть. Переместить, иди сюда. Вот сюда. У вас такой сейчас такой вольер, что, блядь... Так. Ух ты, блядь, перебросил, блядь. Стресс. Что происходит? Почему у тебя не поднимается социальная группа? Вроде бы все нормально. Почему ты по социальной группе мне тебе что-то тебя очень беспокоит? А, слишком много взрослых. Блядь, я тут же написано черным по белому, нахуй. Слишком много взрослых. Ну ладно. А я что приобрел? Подожди. Сколько тебе лет? 12. А сколько этим самкам? 11. 11, а остальные? Очень мало людей, главное, ездит на поезде. Паскудники. А все, посмотри, что здесь у нас. Не, ну есть какие-то два вагончика, да, у нас. Ну, сейчас должно, по идее, быть все нормально. Мне надо какую-то очень молодую особь приобрести, я не понимаю. Ладно. Ага, ты жопа. Видите, что происходит у нас? 870-800 квадратных метров. Почему? Ой, ёпта. Значит, мне надо все-таки от кого-то избавиться. Блин, я зря приобрел ее, ё-моё. Потому что, ну, некуда уже расширяться у нас. Потом я, может быть, за кадрами поработаю еще над этим, чтобы эту проблему исправить, да? Ну, на данной стадии надо как-то избавиться от какого-то более старше. Вот эту мы и избавимся. 20 лет, это кто? Самка. Отправить в центр обмена. Переместить. Это с... скрещивания. Параллельного скрещивания, да? То есть родственного скрещивания параллельного, блин. Заодно, значит, что, друзья, сделаем? Мы еще уберем еще одного. Потому что у нас скоро родятся здесь малыши, надеюсь. И у нас получается сколько здесь? 11 лет. А тебе сколько? 11 тоже лет. 7000. 7400. И от тебя я хочу тоже отправить в центр обмена. Окей. И это мы сейчас делаем торговля. Мы приобрели за 750, да? И делаем сейчас по-другому. Делаем 900. От тебя 700 мы продадим тебе за... Торговать за 950. Значит, мы подняли им очки и все, продаем дальше. Надеюсь, скоро у нас их приобретут. Так, где наши мишки? Мишка, мишка, мишка. Где ты, мишка? А, вот он валяется. Ну, зато, видите, сейчас у них все отлично. И земли у них достаточно. Родится еще маленький детеныш, и у нас будет тоже все шикарно. В шоколаде. Смотрите на эту моську. Храпит. Я точно, конечно, не знаю про них, но я думал, что они живут в каких-то пещерах, блин. Ладно, подожди, сейчас посчитаем зоопедию. Что вообще у них происходит? Белый медведь или Урсус маритимус, крупный представитель семейства медвежачьих, обитающий в северно-полярном круге и приполярных районах. У них полностью белая шерсть, темные глаза и темный нос. Плотное телосложение, также крепкие лапы с большими ступнями, способные для плавания. У белых медведей небольшой размер ушей, хвоста, что позволяет уменьшить теплоотдачу. Не знал, что это влияет на это дело вообще.
Длина тела самца стреляет от 2-4 до 3 метров. Всего 350... Бляха-муха, такие тяжелые, мощные. В то же время длина тела самок может достичь от метра... 1,80-2,40 метра, а вес от 150-200... Ну, нихуя, самцы куда ж крупнее. Как обычно в жизни бывает, ну, в дикой природе бывает иначе, наоборот, самки будут больше, чем самцы, ну, не знаю, ну, это как-то странно. Да ладно. Представители обоих полов питаются колечными непрами и лохтами. И лохтаками. Не знаю, что такое. Это считается уязвимым из-за изменения климата, в результате которого тают морские льды, где медведи живут и охотятся. Из-за нехватки пищи медведям становится все сложнее переживать суровые зимы. Также это приводит к сокращению рождаемости, поскольку самки не могут набрать необходимый вес для успешной беременности. Стремясь сохранить этот вид, Россия, Канада, Норвегия, Дания, Гренландия и США заключили соглашение о сохранении белых медведей, в рамках которого ведется активная работа по изучению и защите этого вида. Красивый, конечно. Сколько популяция в дикой природе? 20-25 тысяч. Мало, очень мало. Ну да, сверно, так, минус 20, это 10 градусов, 35 лет ждут одинаково. Ну, число детенышей в объеме пометы 1-3. Возраст на бесплодия 30 лет, возраст полового созревания 7 лет. Промежуток между беременностью 36 месяцев, продолжительность внешне 9 месяцев. Да ничего не пишется здесь, где они пытаются обитать, и... Действительно, так, ну да, ничего тут нету. Хорошо, ладно. Ой, не туда. Смотрим, что у нас происходит здесь. Мы что-то выучили, походу, да? Миша, куда побежал? Подожди. Стресс. 12 лет. Ну, они в самом соку, так что все будет окей. Так, смотрим, что у нас зоопарк. Исследования есть какие-то открытые? Да, на что-то открытого. Открылось. Блин, сука, изучение вообще. 10. Нихера себе. Вот это, блядь, я тебе и сказал. Так, что у нас тут? И какая-то кормушечка. Окей, смотрим. Смотрим. Вольер. Но опять же, ничего не добавилось. Я ничего не вижу здесь нового. Я смотрю по расположению. Основная игра. Зебра. Волк, бенгальский тигр. Бородавочник, блин. Ну, тут все у нас, ну... Тут нечего сейчас ставить пока что, что у них все нормально. Так, единственное, что можем сделать, наши друзья, поменять здесь качество еды, потому что должно быть уже доступно. 20 штук, японский ты, городовой, за одно кормление ты че? Вот это писец. Так, а что у нас, кстати, с водой? Мне надо проверить, у нас вода фильтрируется здесь, чистится? Да, у нас вода фильтрируется, все хорошо. Так, что здесь происходит опять? Низкий уровень благополучия. А ты что, блядь, что ты туда заплыл? А ну-ка сюда перебрался, на. Иди пообщайся. Очень привередливые животные, друзья, скажу так. Какие проблемы со средой? Ты чё? У тебя все в зеленом. А что с температурой, кстати, надо посмотреть? Что у нас с температурой? Может, температура мне не нравится? Температура. Ой. Ёпты. А я могу остудить эту воду здесь, например? Давайте попробуем. Ну, навряд ли я смогу остудить воду. Охладитель. Ну, сейчас проверим. Ну, я навряд ли, что будет охлаждать мне здесь воду. Здесь, я не знаю. А, не, смотри, охлаждает. Вот это, блядь, это имбище. Ну, мы сейчас смотрим, наблюдаем за температурой. 22 градуса. Ну, давай уже ниже. Отпускай воду. 16 градусов. О, уже тускнеет. Или мне кажется, что тускнеет.
При нулевой температуре, считай, вода начинает замерзать уже, да? Надеюсь, что она здесь не будет замерзать. Давайте поставим плюс один. Вот так. Ну, не знаю, ли это будет еще влиять на это дело. Ну, ладно, посмотрим. Так, что у нас здесь происходит? Ну, навряд ли, я думаю, что это не будет охлаждаться. Стресс, почуйте стресс. А, не, все нормально. О, белый медведь скоро спарится. Ну, посмотрим. Давайте, заведите нам какого-то малыша, друзья. Давайте на этой серии посмотрим, что у нас родится маленький белый медвежонок. Скоро спарится, но это не факт еще, что она забеременеет, да? Ну, кот побежал. Внучка в лужайку пошли, туда подъезжали. Давайте там, потомство нам дайте. А что с нашим паровозиком? Вообще пустой. Что? Что происходит? Хочет есть. Ну, пацаны, вы что там? Дайте покушать медвежонку, блядь, медвежату. Так, смотри, может быть, сейчас тут что-то можно добавить. Так, подожди, как у нас тут ветеран каждый месяц, механик раз в 3 месяца. Окей, ладно, значит, что, друзья, еще сделаем природа, вольер, можем поставить вот такую тему тогда еще. А что ты, куда ты телепортировался? Эй, Миша, ты куда делся? Че, ты херел? А подожди, у нас вообще есть еда для этого? Ну, белый медведь, да. Вызов смотрителя вольера, ну давай. А где второй медвежонок? Так, друга. Да все нормально здесь. Да что ты мне тут, блядь, они меня тут, короче, разводят меня, как, блядь, не знаю кого. Так, хорошо, ладно. Давайте 3000 добудем. Бля, хер это 3000. Так. Ну что ж, друзья. Ждем. Потомство. Как только родится малыш, подключимся, друзья. Не уходите. Ну что ж, друзья, не прошло и года. Вернее, несколько лет. Я очень старался завести маленького. То бишь, пытался скрещивать всяких разных виды медвежат. Ну и как не получалось, не получалось, друзья. Очень долго потратил я, очень много потратил ресурсов в плане экобаллы, да, чтобы подобрать себе подходящую самку и самца, чтобы могли наконец-то зачать маленького, блин, белого бендюжонка. Очень тяжело было, блядь, не знаю, должен скоро сейчас родиться, вот. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что там будет, по крайней мере, 3 штучки, блин, чтобы мы могли отбить все деньги, которые мы вложили в это дело. Ну, или, по крайней мере, 2 особи, или, ну, посмотрим, что получится. Фу, ну как так некрасиво просто, дружище. Сейчас, по идее, он ожидает потомства, по идее, уже должно вот сейчас уже родиться. Вот один малюсенький... родился. 2. Давай еще одного, ну. Не, 2 самочки, да? Да, 2 самки. 2 самки белого медведя, друзья. Вот. Родились, красавчики, но... ну, ничего. Смотрите на это. На эту белую прелесть. Пушистую белую прелесть. Смотрите на это. Ну, не прелесть ли? Прелесть. Так что, друзья... если есть какие-то советики, просьбы по поводу следующих животных, которые вы хотите видеть в нашем зоопарке, пожалуйста, оставляйте комменты под этим видосиком. Если есть советики, опять же, тоже оставляйте под комментами. Ну, если вам понравилось видео, конечно, подписывайтесь на каналчик, нажмите на лайкосик, нажмите на колокольчик, чтобы получать новое оповещение насчет новых видосиков, друзья. А сегодня с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.